За сутки два лясні пожежі зареєстровані у Приньоманському регіоні. На площі 0,7 гектара огнем була пошкоджена рослинність у Гродзенському і Вороновському районах. По словах спеціалістів, гэты узгарання обумовлены неосторожным обыходжанням за огнем, что при сухім спякотным надвор'ї уявляє особливую небезпеку. Нагадаем, у сувязі со склаўшейся ситуацией во всіх районах в області уведена заборона наведвання лясу і об'явлены четвертый узровень пожарной небезпеки. Мы на грани получения уже 5-го класса пожарной опасности последнего. Растительность абсолютно сухая, даже в городе видно, что засыхают растения. Два последних случая пожара подтвердились, опять же, человеческий фактор. К сожалению, или как, лица не установлены, но при этом, при всем, пожаром уже пройдено 24,9 гектара. Если сравнивать в отношении областных соседей наших, то в Минске, в Бресте, в Могилеве уже перешли за 200 гектар и более эти площади. Но, тем не менее, и 24 гектара для нас это тоже серьезный момент. Уведенная заборона, якая дзейнічае по всем регионе, означает полную отмову громадянами от наведывания лесов, у тым ліку для прогулок и отпочинку на природе. Не дозволяется и уезд транспорту за выключением службового. Порушальникам погрожает штраф у памеры до 25 базовых величинь.